Всем привет! В этот раз хочу рассказать про очередной инструмент от компании Hyundai. Hyundai Power Products. Значит, в этом кейсе, вот в таком вот кейсе интересно, хранится электролобзик. Сейчас я покажу, что из себя представляет этот электролобзик. Так. Значит, электролобзик, значит, модель G800 с лазерным целеуказателем. Значит, вот с таким курком, с фиксатором, алюминиевая подошва с вот такой защитой. Она снимается вот так вот, отщелкивается. Вот это защита для мебельных работ, чтобы не царапать лаковое покрытие. Вот алюминиевая подошва, тоже достаточно ровная и гладкая. Вот. Вот такой вот воздухоотбрасыватель вот здесь достаточно хорошо дует. Это трубка для переходник для пылесоса или для мешочка, если у кого-то есть. Самому можно одеть. Здесь крыльчатка достаточно такая мощная. Вот. Вот здесь переключаются переключения оборотов. То есть 6 позиций. Вот у этого. На вот этих вот шестигранниках, значит, крепится упор, боковой упор с линейкой. Вот такой вот тоже алюминиевый, достаточно неплохой. Вот. Достаточно вот, то есть так вот зажимается. Здесь в проводе вот есть шестигранный ключик. Провод достаточно такой, ну, нормальный. Здесь хорошая вот защита тоже. Вот провод не очень длинный, не очень дубовый, такой средний. Значит, переключатель трех положений маятника. Вот, то есть сейчас я вот продемонстрирую, как она пилит. Сейчас фанерку приготовлю. Вот также хочу рассказать также, что в комплекте в кейсе вот идут вот такие вот пилки Hyundai фирменные. Здесь разные есть. Значит, для грубого пила и для нежного, для аккуратного. Вот, и даже здесь есть пилки по алюминию. По металлу, по алюминию. То есть сейчас покажу. Сейчас где они у меня здесь. А вот с мелким зубом. Вот такие достаточно неплохие. Вот, и указывается, что они изготовлены в Швейцарии. Вот, везде указывается, что Hyundai Corporation производит. Так, некоторые критикуют Hyundai, что типа не делает инструменты. Hyundai делает инструменты достаточно в большом количестве, и особенно станкостроительная промышленность у фирмы Hyundai развита. То есть фирма Hyundai даже раньше, чем автомобили, начала производство станков. Так, ну ладно, это небольшое отступление. А, еще отступление хотел сделать. Снимал вот этот ролик про вот эту вот, про этот лобзик, снял, все хорошо. В итоге, когда начал это монтировать, случайно взял и удалил его. Ищу, нигде не могу найти. Удалил. Это я вот заново снимаю, получается. Вот. Так, ну сейчас я. Одну секундочку, сейчас деревяшку приготовлю и в розетку включу. Итак, друзья, вот я включил в розетку его сейчас. Вот сейчас вот хочу показать про целеуказатель вот лазерный. Вот он, вот так вот он прицеливается, то есть можно в любом направлении, ну, то есть не сбиться, достаточно четко он выставлен. Вот по центру, то есть если
нарисовать какую-то линию, то по ней не собьешься. Вот он, значит, вот так вот он на, смотрите, вот на первой скорости, вот он просто жужжит. Вот видите? Вот. Ну, напряжение у меня тут не такое большое, то есть вот он, то есть вот так вот еле-еле, то есть на второе, если выставить позицию, то есть вот он, видите, с разгона, то есть полное нажатие, вот так вот он. Вот. Вот третье сейчас положение покажу. Уже быстрее. То есть достаточно он плавно работает. Видите, никакой вибрации, нету. Вот. Вот на четвертом быстрее. Крыльчатка дует очень не слабо. То есть очень не слабо. Вот. Пятая позиция. Так вот. И шестая. Максимальная. Шестая максимальная. Достаточно так это мощно он уже разгоняется, пилит. Ну и вот маятник, конечно. Можно выставить. То есть это грубый рез, плавный рез. Вот. Вот. На третьей позиции вот у него такой грубый пил происходит. Сейчас покажу, как он пилит. Одну секундочку. Так. Сейчас я проверю, видно, нет. Вот ниже. Сейчас так вот опущу. Вот взял фанерку. Такой вот. Такой, как первый попавшийся. Даже не знаю, что это. Так, ну вот, на шестой скорости. На шестой. Ну, вот так вот. Сколов практически никаких. Вот, в конце подрывает, но это уже свойство пилки, и плюс давить не надо, надо приостанавливаться, и плавненько там пропили. Вот такой вот рез. Если выставить маятник там сразу вот на положение 3, то будет уже грубый рез и рвать будет. Вот смотрите. Вот он уже вот так вот подрывает. Но это быстрый пил, если там грубое какое-то распыление нужно. Вот так вот. Вот. И от пила, конечно же, все зависит. Вот. Еще раз повторюсь, вот прицел постоянно светится, когда в сеть вставлен инструмент. Вот. Что хорошо еще для плотницких работ, это вот подошва алюминиевая, то есть она никаких искажений, то есть не поверхности, то есть у нее нету, абсолютно ровная. Вот, значит, здесь написано, что сделан в Китае по лицензии Hyundai. Наклейка по лицензии Hyundai, значит, но здесь какой-то еще указывается SPR Industry AG Швейцария, то есть вот почему-то в рубанке указано США, а здесь вот Швейцария. Это недорогой лобзик,
достаточно вот он мощный, удобный, эргономичный, прорезиненная рукоятка, из плотной пластмассы сделан. Вот. А, у подошвы, что хотел сказать, вот шестигранниками регулируется угол наклона для пиления, то есть можно менять угол наклона. Вот, то есть вот тут вот откручивается, и по, вот, по зубчикам, которые там видны, регулировка производится наклона подошвы. Вот, так что это хорошая достаточно такая альтернатива каким-то именитым мощным инструментом ловечком. Плюс здесь очень чувствительная такая, курок очень чувствительный. Очень чувствительный. Можно, значит, нажать и зафиксировать. Такой вот инструмент от фирмы Hendai в интересном исполнении, очень достаточно, ну, качественный, то есть инструмент. Вот на этом все. Вот хотел показать, что есть альтернатива дорогущим лобзикам, то есть не хуже. Плюс еще есть, конечно же, вот этот вот быстросъемная замена пильных полотен. Все, на этом все. Спасибо. Всем пока. Спасибо за просмотры. Давайте свои оценки. Будем очень рады. Всем пока.